Звонок. Мне уже позвонили где-то примерно в начале четвертого. Три начала четвертого. То есть сюда звонок, значит, был где-то в районе трех. То есть наши сотрудники вызвали сразу сотрудников безопасности, позвонили в полицию и начали эвакуацию гостей отеля. Все были эвакуированы на улицу. К счастью, в отеле на данный момент из гостей находилось всего очень мало людей, потому что все уехали на экскурсии по городу. Вот, все были на улице. И все вот у нас закончилось в 5 часов. То есть, в принципе, нет, с трех. То есть звонок поступил. Звонок же где-то в 3 поступил у нас, примерно, начало 4. Да, то есть в течение 2 часов мы уложились достаточно быстро. Ну, сами что думаете об этой ситуации? Провокация? Я не знаю, но мы, в принципе, к этому, ко всему, к проверкам готовы, и к этим случаям готовы, потому что и по новостям слышали, что по всей России сейчас происходят такие вещи, поступают звонки о якобы совершаемых террористических актах. И уже сегодня утром в городе Казань я тоже знала, что уже некоторые торговые центры, магазины были эвакуированы. Ну и, соответственно, уже тоже коллеги из других отелей сообщили, что у них были такие ситуации. Вот, то есть мы, в принципе, как бы не удивились. Конечно, мы подумали, что, скорее всего, это какой-то акт хулиганов, но на самом деле ничего не заложено, не заминировано, но тем не менее, чтобы не проверять, не рисковать, мы все-таки эвакуацию гостей и сотрудников произвели. Ильмира и Раиль. Вот. Ну, сами мы при этом не присутствовали, но впечатления родители услышали, вот, что им пришлось 2 часа на холодном, 3 часа, да, и 3 часа стоять на холодном ветру из-за этого, то есть ни к машине не пропустили, ничего. Соответственно, и работников ресторана тоже выгнали, и у них там тоже как-то какие-то непонятки появились в связи с этим. А, то есть вы подъехали сами попозже, а родственники вас уже здесь ждали? Да. Вот, такие дела. Ну, это как-то... Ну, серьезных каких-то... Нет, у нас сегодня и так было достаточно всяких моментов, поэтому мы уже смирились, абсолютно спокойно к этому относимся. Привет.